33 подъезда многоквартирных жилых домов полностью преобразятся, обещает главный инженер управления жилищного хозяйства Дмитрий Алмазов. Вначале управляющая организация согласовывает виды работ с председателем дома. Только после этого рабочие приступают к ремонту. Виды работ, которые включают в себя косметический ремонт подъездов, это окраска стен, окраска потолков, замена осветительных приборов, соответственно, ремонт полов, окраска перил, замена их и замена оконных блоков. Цвет и фактуру материалов выбирают сами жители. Например, подъезд дома 49 по улице Маршала Жукова теперь будет синим. Его ремонт уже подходит к концу, остались последние штрихи. В настоящее время работу производят 6 человек, бригада состоит из 6 человек. Каждый занимается своим определенным делом. То есть кто-то красит, кто-то выравнивает, кто-то подкрашивает, исправляет мелкие недочеты. Плановый ремонт проводится в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Ее цель – обеспечить гражданам комфортное проживание. Все работы в Одинцове планируется завершить к началу сентября. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».